Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Я даже не знаю, как начать, но важно начать, а потом оно пойдется само. Итак, я выложил два видоса о том, как не как я занимаюсь, а как я тренирую людей из-за динамической гимнастики. Вы все это видели, просмотрели, вы услышали их отзывы, и наконец-таки я дам свой отзыв. Я очень плотно прозанимался 4 года из-за динамической гимнастики. При этом я был у первооснователя гравитационной гимнастики Самодумова Анатолия Ивановича, у его ученика, который сделал вот этот именно тренажер, Сергей Прокопьевич Кривых, как они тренируют, как он там тренирует. У меня в результате моей практики создалось свое мнение, как лично себя тренировать и насколько я тренирую других людей, и они прогрессируют. Довольны как слоны. Что бы я хотел сказать, потому что спрашивают, а зачем тягать вот эти огромные веса? Что они дают? В чем заключается эта гимнастика? Со своего опыта я хочу сказать следующее. Я прошел довольно-таки много различных методов самооздоровления, лечения и знаю их сильные стороны, знаю их слабые стороны. Но в основном зависит, конечно, все от человека. Насколько он может тот или иной метод взять для себя и использовать его как инструмент, который нужен ему в данное время. Так вот теперь. Что касается изодинамической гимнастики, вот эти вот напряжения с минимумом движения, они позволяют развивать нашу энергетику. То есть за счет того, что вы даете напряжение, и у вас уходит энергия, то есть вы потратили ее, какое-то количество энергии. После того, как вы расслабляетесь, к вам приходит еще больше энергии, нежели вы потратили. И это очень хорошо видно, когда человек или ты сам в первом упражнении начинаешь поднимать какой-то вес, и он кажется довольно-таки тяжелым. А потом ты набавляешь 100, 200, а то и 300 килограмм, и он поднимается легче, чем вот тот самый первый вес. Теперь о главном. За счет этой гимнастики вы получаете, я даже не буду там на разного рода мелочи размениваться, я об этом скажу несколько потом. Вы получаете большую энергетику, нежели вы имеете. Измерить свою собственную энергетику довольно-таки сложно. Есть, конечно, специальные приборы. Ну, просто ясно. Вот, допустим, если человек поднимал вначале 500 килограмм, то это у него один уровень энергетики. То есть, грубо говоря, обычный уровень энергетики. И за счет этого он решает свои какие-то жизненные задачи. Он решает задачи по развитию своей собственной личности, там, росту личностному. Это вот один уровень. И он на нем ориентируется, и для него вот это как-то ясно, понятно и возможно. Это самое важное понимать, и возможно. Но когда энергетика у вас становится, вы начинаете поднимать тонну, то есть она стала у вас в два раза больше, то у вас открывается и в два раза больше возможностей. Больше возможностей в самореализации. Больше возможностей в жизненных проявлениях, больше возможностей там в творчестве, больше возможностей даже в бизнесе, ну во всем. Вот что самое главное делает эта гимнастика. Вот в чем гений Самодумова, что он до этого дошел. Вот это вот самое главное. А за счет уже того, что у вас повысилась энергетика, вот смотрите, как я мощно говорю, в первую очередь энергетика это, ну, внешне, когда вы на меня смотрите, это голос. Вы чувствуете голос, мощный, звонкий голос, посыл. А если еще в глаза посмотрите, о, как они давят. То есть вот эта вот энергетика, далее у вас все физиологические процессы идут великолепно, просто великолепно. Вы можете
даже почувствовать, я, например, чувствую, 70-й год мне идет. Я уже рассказывал, когда у меня в 2016 году скрючило вот так вот спину, там суставы, особенно спину, никакой особой жизненной силы не было. Я просто задумался о том, что ну вот, возраст подошел, там сколько там мне было, 62, там 63 года, ну сколько ж можно, старость. А теперь, у меня такое впечатление, что я только жить начал. Я набрался опыта, я набрался каких-то знаний. И наконец-таки к этому всему дайте энергетику. Да еще можно жить, и еще как жить, даже лучше, чем ты жил до этого. Качество жизни намного, намного увеличивается. Не хочу сказать, что я вас могу провести по этой тропинке изодинамической. Тут тоже свои сложные, свои нюансы есть. Их важно понимать. И за 4 года очень плотных занятий я кое-чему научился, что и как это сделать. Я вас не агитирую, чтобы вы ко мне шли, что я вас буду тренировать, что я набираю, так сказать, для себя источник существования. Нет, я просто вам говорю, как человек, который прошел через это, что вам может дать изодинамическая гимнастика. Многие думают, что вот иммунитет, то есть вообще, знаете, существует огромное количество разного рода мнений по ведению там здорового образа жизни, по разным оздоровительным системам, практикам и прочее, 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 прочее. Но вот когда ты проходишь через эти там практики самостоятельно, и где-то получил то, что ты хотел, где-то не получил, что ты там хотел, то начинаешь как-то задумываться. А вот, допустим, и понимать, что вот если говорят вот так вот, якобы это работает, особенно теоретики, а на самом деле, когда ты начинаешь заниматься, ты чувствуешь, что это работает совсем по-другому. Так вот, я хочу сказать насчет иммунитета. Мы думаем, что вот там кишечник работает, у нас там макрофаги и прочее, прочее, прочее. Теперь со своей точки зрения, с того, что я достиг, я вам хочу сказать, это все ерунда. Это просто фу, ну ерунда ерундовская. Если у вас мощная энергетика в два раза больше, нежели была, то за счет энергетического иммунитета вы отметаете от себя всю вот эту вот ерунду, и организм работает нормально. Сколько я там не пытался, допустим, голоданием, керосином и другими там методами, грубо говоря, вывести там прыщики из задницы. Уж извините за такой пример. Да, они уходили, а потом возвращались. Герпес на губах периодически был. Блам, нету, потом появился. Нету, потом там появился. Предстательная железа тоже, знаете, вроде так это нормально, нормально, а потом чувствуешь, да она ненормально. Я уж не говорю там о спине. Так вот, когда у меня энергетика поднялась, вот эти все прыщи исчезли сами собой. Предстательная начала работать. Я такого интима, как сейчас, не знал в более юные годы. Это зрелый, это настоящий, знаете, такой интим с мощнейшим оргазмом. В творчестве стихи, да пожалуйста, стихи льются, то есть через вас льются песни, льются стихи. Я ж сделал целый альбом, то есть для того, чтобы творить, нужна энергия. А если у вас ее не хватает, ну да, есть какие-то идейки, но они за счет малого количества энергии просто не воплощаются в жизнь. Я тоже думал, вот я там музычку напишу, то есть сделал. А не получалось. И только когда у меня все это добавилось, пожалуйста, вот он я, альбомчик сделал, я вам выставил, показал, что у меня есть альбомчик, знаете, не то, что человек говорит, а я тоже могу сочинить музыку. Надо мне вот что-то надо. А этого будем говорить, вот нет. А то ты говоришь и делаешь, сказал и сделал. Альбом есть, музыка, да, все. Как ты смог сложить там, в этой программе сложил, показал, продемонстрировал. Все касается песни.
новогодний. Сделал. Стихи мои, задумка моя. Да, как вы знаете, существует так называемый кавер-версии. Я увидел в этой вот новогодней песне свое звучание, как она, вот, по-моему, бы зацепила. И она зацепит, она цепляет. Сделал. Что касается стихов, то они постоянно льются. Постоянно льются через вас. Знаете, прекрасное настроение. Вы идете, вы с утра встаете, чуточек прошлись, спустились. Вот я, например, ходить. И все, у меня уже совершенно иное восприятие этого мира. Оно совершенно другое, в отличие от того, что у меня там до этого было. Это совершенно, по-моему, такое доброжелательное, можно даже так сказать, творческое, взаимодополняющий обмен. Вы впитываете вот эту вот благость пространства, впитываете, и вы даете это же через себя в виде там хорошего настроения, песни и иных там поступков. Вы заметили, что я на канале не стараюсь никого унизить и принизить. Я стараюсь вас всегда возвысить, всегда ободрить. Для того, чтобы еще творить, что-то создавать, что-то, знаете, вот в творческом плане, чтобы какие-то идеи у вас появились. Должна быть возможность их считать. Если у вас нет достаточного уровня энергетики, энергетического потенциала, вы просто-напросто не можете считать ту или иную информацию из пространства, которая потом воплотится, ну, грубо говоря, какое-то музыкальное произведение, какое-то там, допустим, словесное произведение, в какое-то техническое там произведение или других. Вот почему Тесла был не понят. У него там совсем иные были возможности в этом всем творчестве. А тут они открываются. То есть вы будете как инженер более успешен. Допустим, грубо говоря, если вы там сейчас все модно, это бизнес-планы и прочее, вы будете более успешны и в этом. То есть вы даже будете видеть перспективу, вы будете видеть совсем иные возможности, нежели у вас были до этого. То есть ваша личность открывается. И чем больше энергетики у вас, тем больше эти возможности. Вот о чем я хотел бы вам сказать. И привел вот эти вот примеры, как я с людьми занимаюсь. Заниматься с человеком должно быть терпение. Должна быть отдача энергетическая, чтобы это он чувствовал. И они все это чувствуют. И понимают этот вопрос. И еще важно, в любом деле очень важно, это вот пример, чтобы перед вами стоял какой-то пример. Потому что, да, люди чем-то занимаются, и вы смотрите, вроде как он позанимался много тем-то, а какие результаты? А результаты в наше время желательно, людям желательно показать. Духовное развитие они особо не понимают. Для них это, знаете, так, что-то такое, духовное там развитие, там личностный рост еще. Им важен материальный успех. Пожалуйста. Вот он, материальный успех. Вы, знаете, я вот думал, как бы вот это все сказать. В городе Каменске-Шахтинска начали, будем говорить, свой путь. И из него я не хочу никуда уходить, потому что не место красит человека, а человек место красит. Так вот, я тут начал, и, ну, писатели были. Значит, писать книжки. Кто меня учил? Да никто не учил. Как в свое время никто меня не учил тренироваться. Далее, кто меня там учил, как быть ведущим? Ну, подучили, люди подучили, да. Главное, чтобы ты сам желал учиться и схватывал вот эти все вещи. И в результате, будем говорить, вы видите дом, вы видите, будем говорить, мою делянку, вы видели мои там эти машины. Я полностью удовлетворен в этом отношении. И более того, когда вот были вот эти вот времена, когда там со здоровьем, со всем этим там, хуже стало, опять-таки, если вы делаете хорошее дело, то вам помогут вот эти вот силы космические.
они помогают через людей. И предложат, знаете, так интересно предложат. Не то, что они там вам дадут деньги или еще. Они предложат вам идею. Они предложат вам метод. Они предложат инструмент, с помощью которого, вот это очень важная вещь, инструмент, с помощью которого вы можете взять себя за шиворот и вытянуть туда, куда хотите. Все уже зависит от того вас, сколько вы вложите в себя, столько вы и получите. Ну вот, чтобы не затягивать видосик, я хотел вот рассказать вам об изодинамической гимнастике, которую я опять-таки, как ранее, я увидел, я принял, я понял, я приобрел, приложил свою методику, изменился сам и начал менять людей вокруг. Ну что, ладно, доброго здоровья, наблюдайте, короче, за мной, наблюдайте за мной. Можно много говорить, знаете, а ничего там не делать. А вот наблюдайте за мной, куда, чего и как. Доброго вам здоровья.